Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Mazda 3 2006 года выпуска. Двигатель 1.6, автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 190 тысяч километров. Сегодня заменю на нем масло в двигателе, масляный и воздушный фильтр. Салонные, говорят, меняли не так давно, поэтому без его замены. Поднимаю автомобиль, сливаю масло и откручиваю фильтр. Поднял автомобиль, откручиваем масляный фильтр. О, какое масло грязное. Новый фильтр возьму фирмы Айка, C901. Вот такой у нас будет беленький фильтр. Наливаю в него маленько масла. Масло оригинальное буду использовать, маздовское. 5.30. Налил маленько масла и смазал резинку. А теперь сливаем. Болт на 17. Болт на 19. Сливаем. Все, масло сбежало. Закручиваю пробку.
Опускаем автомобиль и заливаем. Масло маздовское, оригинал Ультра 530. Номер его идет 83-00-77-992. Заливаю масло. Влил 4 литра масла. Чуть выше максимума. Но сейчас заведем, уйдет в систему и уйдет в масляный фильтр. Меняем воздушный фильтр, отщелкиваем фиксаторы. И вытаскиваем фильтр. Ну, в принципе, фильтр не загажен. Фильтр тоже фирмы Айка, А472 он идет. На Айка даже оригинальный номер стали бить маздовский. Вот этим здесь получается с трех сторон круглые, а одна сторона не круглая. Она идет вот в сторону механизма ГРМ. Устанавливаем. Закрываем крышку. И защелкиваем защелки. Теперь заводим автомобиль. Потом даем стечь масло. Но так как у нас чуть выше уровня, у нас будет нормально все. Проверяем уровень масла. И на этом замену масла в двигателе масляного и воздушного фильтра я закончил. Всего вам доброго.